я просто хочу сказать, что компания, конечно, в которую вот мы вошли, это просто подарок, так сказать, нам. Вот, и считаю, что вот на данный момент, анализируя рынок, нет такой компании, где можно было бы зарабатывать столько и, в общем-то, так просто, потому что доходы здесь очень высокие, делать в основном тут ничего не надо, не кликать, вот, никаких заданий выполнять тоже не нужно. Единственное, для того, чтобы зарабатывать, нужно поработать где-то 3-4 месяца, чтобы построить структуру, если кто хочет зарабатывать большие деньги. Ну, а если у кого есть возможность положить сразу, значит, купить пакет большой, тогда, конечно, можно тоже выйти из положения, то есть не приглашая, а только купив большой пакет, можно зарабатывать тоже хорошо. Значит, мы работаем уже чуть больше 3 месяцев, сейчас, да, вот начало уже 4-го месяца, и надо сказать, что тоже в начале, когда вот в декабре нам дали информацию, мы тоже очень долго думали, в общем-то, потому что столько было провалов, столько было потерь денег, вот, и долго мы раскачивались, где-то 3-4 недели, потом где-то в январе только начали, в общем-то, строить структуру, начали работать, вот, и результат, конечно, превзошел все ожидания, то есть доходы очень хорошие, вот, люди очень довольные. Кто работает здесь, кто работает, конечно, а не те, кто вошел и стоит, и ждет у моря погоды. Это действительно нужно поработать, если хочешь зарабатывать, нужно вложить хотя бы, ну, 3-4 месяца своей работы. Компания имеет, как вы знаете, уже платит на проценты ежедневные. Вот, и что самое хорошее, что мне очень нравится, что здесь все проценты начисляются реальные. То есть даже вот здесь написано, что today's interest based on yesterday profit. То есть проценты сегодня, на сегодняшние проценты, это доход компании вчера. То есть за вчерашний день нам начисляются доходы. Вчера компания сработала, как она сработала, такие проценты у нас здесь в бэк-офисе. И как вы знаете, проценты ежедневно совершенно другие. И что самое интересное, тоже очень хорошая фишка здесь, это то, что имеет каждый пакет, имеет еще коэффициент. Допустим, если мы возьмем пакет на 100, умножается еще дневной процент на 1,10. Если это пакет на 1000, на 1,3. Если это пакет на 5000, на 1,4. Ну и на 10000, 1,5. То есть коэффициент, сегодняшний коэффициент умножается еще на дневной, значит, процент умножается еще на коэффициент. Это, согласитесь, тоже очень и очень интересно. Вот, поэтому у кого есть возможность положить большие деньги, люди входят и как инвесторы, и просто зарабатывают ежедневные проценты, получают доход. Ну, а кто, значит, не имеет такой возможности, вот, я вошла на $20, и, как вы видите, с $20 я заработала уже $6500, вот, и, конечно, ежедневные доходы очень высокие. Вот это за вчера, вот, я получила, за сегодня, вернее, я получила, да, завтра вот уже где-то 143, это стабильно, потому что вот это вот правая сторона я получаю с меньшей ноги. Вот, вот эта сумма, это разница между левой и правой ногой. Дело в том, что левая нога у меня пошла очень вперед, там очень сильный лидер работает, я получаю с меньшей ноги. Сегодня вложили уже $1430, 10% это $143, которые я завтра получу, но это еще не конец рабочего дня, люди еще будут вкладывать, покупать пакеты, конечно, сумма может быть намного больше. Вот, поэтому, построив структуру один раз, мы можем получать очень хорошие деньги. Вот с левой стороны, как вы видите, уже у меня 1313 человек, с правой стороны 774. С левой стороны вложено $144,330, с правой 64,650. Поэтому я сейчас помогаю в основном правой стороне.
Вот, левая идет очень хорошо, быстро развивается очень структура, потому что лидер, который вот ведет эту структуру, он работает только в этой компании, и он сказал, что к концу следующего года он выйдет на 1 миллион. И это возможно, потому что он посчитал, что можно выйти на 1 миллион долларов спокойно, вот, и работает только в этой компании. Покупает пакеты уже не только за 1000 долларов заработанных, но уже многие покупают пакеты и за 5000 долларов. Поэтому есть смысл, конечно, развивать структуру, потому что, как вы видите, в основном доходы здесь идут от структуры. Если пакет маленький, то, конечно, мы зарабатываем больше всего, как вы видите, вот здесь показано бинарный доход, это реферальный доход, и это то, что начисляет компания проценты за наши пакеты. Также очень интересно то, что здесь есть еще карьерный план. Я думаю, что все вы смотрели, что карьерный план тоже неплохие подарки, которые можно получить. У меня уже два, значит, карьерных плана выполнено. Сейчас уже заканчивается третий, уже четвертый немножко. Это продукты компании Apple. Вот, и дальше там уже есть немножко на пятый, на шестой, вот Rolex чуть-чуть, даже на машину уже есть намеки, видите, машина Mercedes. И последний у нас это спортивная машина плюс апартамент, то есть это, конечно, самый высокий карьерный план и хорошие награды. Мне очень нравится бэк-офис, очень простой, очень удобный, хорошо все сделано. Замечательно просто, очень удобно работать. Вот, если мы откроем summary, мы посмотрим, что здесь мы можем увидеть доходы наши ежедневные от наших пакетов, рефералы, реферальную историю, то есть от каждого реферала мы можем видеть, бинарную историю, то есть история и именно бинарное, то, что мы заработали. Вот сегодня 9 число я получила, 238 долларов, вчера 121, позавчера 254, 6 числа 119, 151, ну и так дальше. Как вы видите, ежедневные доходы неплохие. Вот, поэтому здесь же можно видеть, конечно, нашу историю выводов, переводов. Да? Вот мы можем обратить внимание, что все выводится, мгновенно все выводится. Вот я вывела 353 доллара 8 числа, и уже деньги пришли, paid. Вот, я пересылаю там кому-то, send it. Paid. То есть все выплачивается, все реально, очень быстро. Все работает замечательно. Поэтому я считаю, что вот на данный момент, именно на данный момент такой компании просто нет. Конечно, если человек войдет и стоит, и ничего не делает, а вложил 20 долларов и хочет получить 1 миллион, то это нереально. Вот. Я вам скажу, что за 5 месяцев работы компании было уже 3 миллионера. Сейчас компания уже, по-моему, 7 месяцев, как она работает. И я считаю, что будет еще не один миллионер в данной компании. Вот. Вот это показание у нас, я уже говорила, это разница между правой и левой ногой. Вот. А это сумма, которая вот начисляется. Вот уже 1530. Пока мы с вами разговаривали, кто-то еще купил один пакет, либо сделал реинвест. Ну, это вкратце то, что вот я, в общем-то, могу рассказать о компании. Если есть вопросы, задавайте вопросы, пожалуйста.